Так, чтобы посмотреть А4, 24, ой, А4 разные типы блогеров. Так, Обиков ничего не снимает, это старое видео глянул. Глен, прятки в Роблоксе. О, Компот, новый видосик. Ха, давайте его и гляну. Ха. Угу. Ой, что это было? О, спасайте, кто может! Спасайте, кто может! О, житель, это что было? Там метеорит! Ого, реально что ли? Или что? Так, в камеру включена. И всем привет, Геймс Геймс. Я не думал, это не в Геймс 100. И сегодня у нас упал метеорит, да, житель? Да! Так что вот, давайте послушаем, вдруг еще жители будут орать. А-а-а, спасайся! Вот, кажется, ребенок Вася, у него сегодня день рождения. И у его папы день рождения. Его папе, что ли, 18 лет вроде бы. Ему, короче, годик. И он уже кричит. Ладно, мы глянем, что там где-то метеорит. Так, ну, давайте мы глянем. Тут его нету. Тут, видите, флажки поставили нашего села. Я потом расскажу, что он означает. Где он упал? О, офигеть. 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 А куда он-то упал? Страшно. Они тут еще флаги делают. Они в панике. Они вообще в панике. Глядите. О, он оттуда упал. Ребятка, ребятки. Да, вот это да. Вон там что-то виднеется. Давайте мы глянем. Я тут стоял, думал, идти туда или нет. Вдруг я какой-то ядер получу. Да. Жаль, что я так стараюсь каждый день, а мои видео никто не смотрит. Просто мне не терпится снимать хороший контент. И тут метеорит упал. Придется. Летом я не знаю, что снимать. Обычно там актив. Ну ладно. А тут подвалило. Фу. Тут так воняет. Фу. Просто не передать. Это какой-то кислый огонь. Блин, тут горячо. Яблочко? Ладно, деревья горяли, горели. Вы просто гляньте. Офигеть. А тут же эти алмазы с изумрудами. Я просто... изумрудами, не с изумрудами. Я просто не... это, из-за запаха просто у меня переключился мозг. И я не мог их просто разознать. Тут... ой, тут горячо. Блин, близко нельзя подходить. Тут земля еще, трава сгорела. Бабахнула, глядите. О, камень тоже горячий. Надо жителям сообщить. Напишите в комментариях, говорите жителям, что тут изумрузы. Изумруды. Или не изумрузы, изумруды. Говорите или нет, я, наверное, половину отдам, половину себе оставлю. Ну, чтобы было справедливо. Так. Идем быстрее за Кирочкой. Она у меня как раз есть. Ускоряемся. Хопа! Тому. Так. Угу. Сейчас я приду и раздам все жителям. Да. Короче. Какая любовь на кофе. День Святого Валентина прошел, а овечки уже что-то просто творят. Да, этот... все тут сюда сбежали. У меня же тут бункер, типа, да? Почему все жители ко мне почти сбежали? Так, есть у меня кирка тут? Нету, тут нету его. А, так, а тут есть? Нет, тут не тут, тут, тут она, да? А вот она! Хорошо. Хорошечно, ребят. Так. А тут, да, ничего нету. Ну да, тут ничего нету. Пойдем добываем. Может, жители сейчас, может, сказать надо, как вы думаете, ребятки? О, господи, залез в сугроб ты. Ну что такого? Залез да залез. А ты знал, что метеорит алмазный изумрудный? Да ты... да как? Я мечтал о новом телефоне, а тут на тебе, с небес. Ну, да. Житель, а ты слышал? Да, слышал. Изумруды с алмазами, ес!
Прям с небес. Рифма. Кто согласен? Вайкус. Так. Чики-бомбон, ты согласна? Понял. Знак молчания, да. То есть не согласна, ты знаешь, что там изумруды, алмазы? О, да. Так, житель, ты знаешь, что там изумруды, алмазы с метеорита упали? Я? Не. А что, они упали? Ну да. Так, жители не знали и знали. Ну, я им все рассказал. Так. Так что как-то так. О, медный голем. Так. Давайте мы добудем этих алмазов. Офигеть, какой контент валит. Прям повторяю, вот ролики похожи, как у А4, только в Майнкрафте. Так, паркур, хоп, по снегу. Паркурим, где нет, где это, есть только снег. А что, можно снять паркур и только по снегу? А где трава, я умираю. Ху! Точно, можно так и снять. Дым так близко, 30 метров. А там они 500 метров где-то. Ну, как облака. Белый так летает, серый ты километр, а синий где-то 1500 километров летает облака. Давайте добудем. И не все будем добывать. Хотя давайте я сфоткаю это, чтобы это в музей отправить. У нас много чудес всяких, еще горит даже, глядите. Сейчас сфоткаю, ребят. Я сфоткал. И нам уже за поезд и колхоз дали 200 000 рублей. Мы уже поставили вот эти флажки села, то мы... У нас денег не было. Не было. Ну, нема вообще. Ничего почти не было, кроме 5 000 каких-то. Изумрудики надо набирать. Ну, как я наберу алмазов, изумрудов? Они уже остыли, потому что ночь, мороз, около нуля, да? Вот. Я когда буду и вернусь, я тут думаю, много чего добуду, ребят, да. О, тут хватрый игл уже затемнело. Дым уже потихонечку рассеивается. Всего лишь прошло-то 5 часов. Сейчас где-то 8, было 3 или 4 дня. Он уже уходит от нас, дым. Он уже тоньше и тоньше. Он вверх куда-то тянется. Его скоро облака уже закроют. И как мы проснемся, жителям раздам все это. Вот, и они будут рады. И мы даже, может, улучшим деревню, вы улучшение увидите в следующих каких-то Майнкрафт-сериях. Например, пол — это лава. Вот это я тоже могу снять, но только на 15 лайков. Но вы их не набирайте. Спокойной ночи. О, утро! Почему у меня торт и свеча? Буду поздравлять с днем рождения. Ну, там, одного мальчика и его папу. Ну, вы знаете. Я просто перепутала. Не вчера у меня день рождения было, а сегодня. Так, ну что вы глядите? Глядите, что у меня есть. Это же изумруды. Да, это изумруды. Да, я тебе топор дам. А я ножницы. И я. Мне нужны мне ваши ножницы. Вот, на вам изумруды. Все. Идите, а я остальным жителям раздам. Вот так ребятки это и работают. Они мне топор какой-то и им изумруд. Да сейчас, пускай забирают лучше изумруды, а я их топор не буду брать. Логики ноль. Ну да, о чем еще? Секрет шутки. Я пойду. Не понял, а это что за новое приключение, ребят? Узнаю в следующем ролике. Я раздал, а что-то там за дом у нас появился. Непонятно. Ладно. Короче, мы отпразднуем день рождения жителя. И на этом все. Я ему торт по-тихому всуну. Ого, вот это тут да. Снег. Во, еще потом зажгу. Ну что, на этом история метеорита закончилась. Всем пока-пока, вы были добры. Надеюсь, кто-то сейчас в дома. До скорых встреч. Жители оставили изумруды, говорят... Что вы говорите? Не хотим братиться, не возьмешь наш топор или ножницы. Ладно, окей. Нате изумруды, а вы мне топор. До скорой встречи, ребятки. До свидос, амигос. Афисеон.